Вот сейчас конец февраля 16-го. Вчера вечером туман закрывал все море. Как говорят, на вытянутую руку нельзя, не было чего увидеть. Ну, конечно, метров 50-60 что-то просматривалось, но был густой туман с моря. Я пришел к морю. Море тихое, шумит, едва накатывая волнами на берег. Я присел, выпил пару бокалов красного вина, о чем-то подумал, с кем-то поговорил. И оказалось, что туман как-то рассеялся незаметно. Я взглянул на небо. Небо было звездное и чистое. И вот сегодняшнее утро над Черным морем такое ясное, теплое, вселяет в нас надежды. Так что, друзья мои, давайте заниматься в наших школах позитивной психологии и приезжайте ко мне, подписывайтесь на канал, обращайтесь ко мне по скайпу. У нас есть о чем поговорить. Поговорить о том, как надо учиться радостно жить. Я с вами, друзья мои.